Мой отец сказал, что конкретно нужно сделать. Сказал, что нужно посадить тебя на самолет и помочь забрать какие-то вещи. Он сказал, почему я не могу взять для этого такси? Предоплату ты уже получил. Ну да. Я жила здесь 2 месяца, вчера поняла, что меня нашли. Кто? Неважно. Важно, что я нужна им живой. Но не ты. Если что, у меня есть пистолет. Есть еще одна небольшая проблема. У меня нарколепсия. Что это? Значит, я могу заснуть в любой момент, а ты не сможешь разбудить меня. Обычно это длится недолго, но у меня какой-то особый случай, я могу вырубиться на несколько часов. You take it on your shoulders, not scared of getting old. For those who run for miles and live for earthless lies. For those who want for nothing, for those who understand. Whatever it takes to help you. I'm not afraid to die.
Я подумал, отличный способ заставить их не стрелять. А ты пока поспи.